Кошки – ласковые и нежные создания, которые уже более 10 тысяч лет живут рядом с человеком и сегодня считаются одними из самых популярных домашних животных. Существует большое количество пород кошек. Некоторые из них появились случайно, некоторые были выведены селекционерами искусственно, но все они, несомненно, прекрасны и уникальны. В зависимости от редкости и чистоты породы, цена может варьироваться от нескольких сотен до десятков тысяч долларов. Данное видео будет разделено на две части, из которых вы узнаете про 20 самых дорогих пород кошек в мире. 20 место занимает порода Devon Rex, порода короткошерстных домашних кошек, зародившаяся в 1960-х годах в Великобритании. Представители данной породы имеют очень неординарную внешность. Хрупкое тело покрыто мягкой кудрявой шерстью, а голову украшают огромные уши. Они очень умны и легко обучаются выполнению даже самых сложных трюков. К тому же Devon Rex относятся к гипоаллергенным кошкам, что делает их еще более популярными. Цена такой инопланетной кошечки с родословной колеблется в пределах от 400 до 1200 долларов. На 19 месте оказался Петерболт, или как его еще называют, петербургский сфинкс. Это порода изящных кошек, выведенная в России в 1994 году в результате экспериментального скрещивания ориентальной кошки и донского сфинкса. Тело Петерболда может быть полностью лысым или покрытым мягким пушком. Эти элегантные животные имеют стройное тело, длинную форму головы и большие разведенные в стороны уши. Петербургских сфинксов можно охарактеризовать как любопытных, дружелюбных и ласковых кошек, которым жизненно необходимо общение с людьми. Благодаря своему исключительному уму и необычайной контактности, они хорошо поддаются дрессировке. Стоимость петерболда зависит от его класса и пола и может варьироваться от 300 до 1300 американских долларов. Восемнадцатое место. Гималайская кошка. Это порода длинношерстных кошек, по внешнему виду идентична персидской, за исключением голубых глаз и светлого тела с темной мордочкой, лапами, ушами и хвостом, полученных в результате скрещивания сиамской породы с персидской. Зародилась порода в 1950-х годах в США. Гималайские кошки представляют собой золотую середину между персом и сиамом. Они не так навязчивы, как сиамы, и немного активнее персов. Гималайцы очень ласковые, игривые, послушные, дружелюбные зверьки, обладающие спокойным и мягким характером. Цена кошки гималайской породы составляет от 500 до 1300 долларов. Семнадцатое место. Шотландская вислоухая, или по-другому Scottish Fold. Очень интересная порода кошек, главная отличительная черта которой представлена в характерном строении ушных раковин, загнутых вперед и вниз. Такая необычайная деталь их внешности является следствием генной мутации. Первый представитель данной породы был обнаружен в 1961 году в Шотландии. Scottish Fold'ы обладают уравновешенным нравом. Игривы, умны, прекрасно ладят со всеми членами семьи. Кроме того, они имеют ряд удивительных особенностей. Во-первых, специфический голос кошки, отличающийся от обычного мурлыкания своей скрипучестью. Во-вторых, они могут стоять на задних лапах, разглядывая то, что их заинтересовало. И в-третьих, шотландские вислоухие любят сидеть в Г-образном положении, с прямой спиной и вытянутыми ногами. Такая поза получила соответствующее название «поза Будды». Стоимость кошек данной породы колеблется в пределах от 200 до 1500 долларов. Шестнадцатое место. Канадский сфинкс.
порода бесшерстных кошек, история которой официально началась в 1966 году в Канаде. Но есть сведения, что эти необычные создания были известны еще во времена египетских фараонов и были распространены в храмах ацтеков и инков в Древней Мексике. Сфинксы славятся своим необычайно общительным, миролюбивым и дружелюбным характером. Они очень грациозные, энергичные, умные и безгранично преданные своему хозяину животные. Очень часто их можно застать за любопытным занятием. Они могут надолго замирать в причудливых позах, что-либо разглядывая или просто погрузившись в раздумья. Цена такого кота-мыслителя породы сфинкс варьируется от 400 до 1500 долларов. Пятнадцатое место. Британская короткошерстная. Порода кошек средних или крупных размеров, получившая официальное призвание в 1984 году. Их окрасы отличаются богатым разнообразием, но самые популярные – сплошные – лиловый, голубой, черный, шоколадный. Эти короткошерстные кошки имеют поистине английский характер, главным качеством которого является чувство собственного достоинства и сдержанность. Британки отличаются особой независимостью, спокойно переносят одиночество, крайне редко ластятся к своему хозяину и совсем не требуют к себе много внимания. Но когда у них появляется желание поиграть или пообщаться, они непременно дадут знать об этом. Стоимость британского аристократа может колебаться от 500 до 1500 долларов. На 14 месте располагается мейн-кун. Это крупная порода домашних кошек, предки которой проживали на фермах штата Мэн, северо-восточная Америка. Из изначального черного с полосами окраса и огромного пушистого хвоста они внешне напоминали енотов. Отсюда и вторая часть названия – кун, то есть енот. Представители данной породы могут весить от 5 до 15 килограмм, а длина взрослого мейн-куна может достигать 1 метра 23 сантиметров. Несмотря на свой немного грозный вид, они известны как нежные гиганты. Мейн-кунчики – покладистые, ласковые, доброжелательные и игривые создания, которые славятся своей певучестью и часто радуют хозяев своеобразными сольными выступлениями. Цена голосистого кота колеблется в пределах от 600 до 1500 долларов. Тринадцатое место. Лаперм. Порода кошек с кучерявой шерстью, появившаяся в США в 1980-х годах в результате свободного скрещивания. Официальное призвание порода получила в 1996 году. Лапермы любознательны, ласковы, активны и очень любят охотиться. К тому же они гипоаллергенны и прекрасно подойдут семьям, члены которых страдают аллергией. Цена на котят этой породы колеблется в пределах от 200 до 2000 долларов, в зависимости от их пола и класса. Двенадцатое место. Русская голубая. Одна из самых популярных пород короткошерстных кошек, ведущая свое происхождение от кошек древних славян. За пределами России эта порода стала известна в 1893 году, когда английская заводчица Карен Кокс вывезла из Архангельска двух голубых котят. Главная отличительная черта породы – короткая шерсть голубого цвета с красивым серебристым отливом. Русские голубые – добрые, послушные, миролюбивые кошки, но иногда могут быть упрямыми и свободолюбивыми. Поверье гласит, что они приносят в дом благополучие и счастье. Приобрести талисман в виде русской голубой кошки можно от 400 до 2000 долларов. Одиннадцатое место. Серенгетти. Порода домашних кошек, выведенная в 1994 году в Калифорнии в результате скрещивания бенгальской и ориентальной кошек. Свое название получила в честь места обитания Сервалла, заповедника Серенгетти, Танзания. Средний вес Серенгетти составляет от 8 до 12 килограмм. Они имеют крепкое сложение, большие уши,
пятнистый окрас и очень длинные ноги. Их можно охарактеризовать как изящных, подвижных, игривых, коммуникабельных и мирных животных. Стоимость представителей данной породы составляет от 600 до 2000 долларов. Ну и вот, дамы и господа, мы дошли до последнего, 10-го места в этом видео. Данная порода называется персидская кошка. Эти приплюснутые мордашки умиляют даже самых строгих представителей рода человеческого. Вы удивитесь, ведь персидские кошки отнюдь не редки и в большинстве своем далеко не самое дорогое удовольствие. Однако не спешите делать выводы. Популярность породы не сбивает цены с представителей данных кошек, появившихся на свет от победителей конкурсов и выставок. За котенка-чемпиона можно выложить около 5000 долларов. Хотелось бы напомнить, что это первая часть видео про самых дорогих пород кошек. Если вас заинтересовала данная тема, то вы можете посмотреть и вторую часть, где мы разберем последнюю десятку самых дорогих и популярных пород кошек в мире.